3 апреля 1942 года в газете «Красная звезда» вышла статья «Брянск не сдался». На страницах печатного издания журналисты описывали страшные подробности фашистской оккупации. На улицах и площадях стоят виселицы. Каждую ночь у дверей чьей-нибудь квартиры останавливается крытый грузовик, и целые семьи исчезают в подвалах гестапо. Но город не прекращает яростной борьбы с фашистами. Горят военные склады, партизан уничтожает немецкие патрули, взрывают машины и мосты. «Дорого обходится захватчикам каждая ночь, проведенная в брянских краях», – писала газета. До победы оставалось 1132 дня.